Всем привет! Сегодня я решил вас порадовать 5 крутейшими брейками с использованием кардана. Когда я готовил этот выпуск, я учитывал то, что многие из вас только-только начинают знакомиться с двойной педалью. И именно поэтому я старался сочинить такие брейки, которые получатся у любого из вас. Но при условии, давайте сразу договоримся, что при разборе этих брейков вы уделите достаточное время для того, чтобы разобрать эти самые брейки в медленном-медленном темпе. Если с этим все окей, можем приступать. Я продемонстрирую вам все в разных темпах, от медленного к быстрому. И ноты, кстати, тоже будут прилагаться. А потом я покажу, как эти брейки можно применять внутри ритмов, которые, собственно, я тоже бонусом сочинил для вас. В общем, все. Всем приятного и полезного просмотра. We'll be right back.
заключение хотел бы сказать еще пару слов. Во-первых, мои примеры – это всего лишь каркас, ну то есть одна из многих вариаций. Поэтому, если в процессе вам захочется это дело как-то разнообразить, то не бойтесь и смело делайте это. Во-вторых, я бы хотел сделать небольшое объявление. Место, в котором на данный момент проводятся съемки, это барабанная студия, которую мы с товарищем открыли в городе Санкт-Петербурге. И именно в этом помещении я регулярно провожу индивидуальные уроки игры на барабанах. Что касается самой барабанной установки, на которой проходят занятия, можете заценить это все прямо сейчас. Также в этой студии вы можете записать свой собственный барабанный видеокавер. Свет, камера, запись и последующее сведение и монтаж тоже осуществляется прямо здесь, непосредственно мной. Ну и конечно же, раз это студия, то услуги звукозаписи, сведения и мастеринга здесь тоже доступны. И самое главное, специально для тех, кто не проживает в Санкт-Петербурге, но хотел бы здесь у меня заниматься. Естественно, я имею в виду занятия по скайпу. То есть, свет, хорошая веб-камера, микрофон, нормальное интернет-соединение, все это здесь есть, многие ребята уже занимаются, довольны, рады и прогрессируют еще как. Как со мной связаться, вы знаете, так что вперед. Ну и на этом все. Не забудьте подписаться на канал и написать в комментарии о том, что бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Всем пока!